Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Nissan Murano 2011 года выпуска, объемом 3,5 литра VQ35DE. Пробег двигателя составляет 123 тысячи миль. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Имеется видеообзор работающего двигателя. На 123 тысячи. Ну какой, отсутствие мощь каталитика, либо порванная гофра, еще не знаю. Но двигатель заводится, жидкости присутствуют. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркирует с термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.